Сразу три выставки открылись на днях в городе Спутники. Все они приурочены ко дню рождения Новочебоксарска. Сотрудники музея краеведения и истории Новочебоксарска к празднику подготовили три большие экспозиции, которые рассказывают о великой реке Волге, объектах гидроэнергетики, судах, бурлаках, о промышленном потенциале города и его храмах. Кстати, проект храма Новочебоксарска – результат реализации гранта «Православная инициатива Русской Православной Церкви». Выставку собирали буквально по крупицам. Эта выставка стала возможным только благодаря помощи людей, приходов нашего города, старожилов нашего города, жителей сел, которые жили здесь. И мы рассказываем о истории нашего города через историю церквей, которые здесь были, которые здесь строились, строятся. Мы взяли четыре объекта. Это Яндашевский храм. Это храм Владимира, это храм Николая Чудотворца в новом микрорайоне Никольский и Ксения Петербургская. У каждого храма своя удивительная история, своя история становления. И, что самое удивительное, материалы у всех разные. То есть, если, например, брать храм Владимира, это подробнейший план архитектора Орешникова. Если брать храм Николая Чудотворца, это проекты архитектурно-проектной мастерской Сергея Пантелеймоновича Лукьянова «Мой город». И благодаря материалам мы можем с разных сторон показать ту или иную часть истории нашего города. Кстати, посетители выставки могут оказаться внутри любого из четырех новочебоксарских храмов, не выходя из музея. Стоит примерить вот такие очки виртуальной реальности. О, класс вообще! Если вы наверх посмотрите, то там будет Новочебоксарска – это передвижная выставка. Увидеть ее смогут даже в самых отдаленных уголках республики.